Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Dino Crisis первую часть для первой PlayStation. Так, ну вот, мы вроде как секретную лабораторию открыли доктора Кирка. Сейчас будем смотреть, что из этого вышло. Это симулятор на панели. Есть три выключателя. Альфа, включить цепь третьей энергии, бета, устройство, инициализатор, гамма, устройство, стабилизатор. Какой выключатель нажать? А какой? Бета, наверное. Гамма. И альфа. Заработала. Ага. В общем, чего-то не хватает. Не получилось. Это журнал доктора. Прочтете файл? Да, конечно. Легко открыть любой вид энергии, однако трудно контролировать эту энергию. Доработка устройства зажигания инициализатора дала улучшение эффективности. Несмотря на прогресс, мы не смогли улучшить защитный клапан в стабилизаторе из-за несчастного случая, произошедшего 3 года назад. Теория третьей энергии, несомненно, круто изменит ход истории человечества, но пока существует проблема управления этой энергией. Даже если вероятность сбоя 0,1%, моя работа ничего не стоит. В конечном итоге сдерживающей мощности стабилизатора, которого мы использовали сегодня во время эксперимента, как оказалось, не хватает. Радиус действия излишней энергии составляет примерно 3300 футов. Результат сегодняшнего эксперимента обрадует военных в некоторой степени. Гигантские существа, которые появились после эксперимента, вдохновили меня. Теперь главное убраться отсюда в безопасное место. Как только я закончу анализ данных, я эвакуируюсь через нижний этаж. Вот так вот. То есть, в принципе, ему по барабану то, что тут заполонили все динозавры. Он хочет тупо свалить. Так, инвентарь у нас опять переполнен. Давайте что-нибудь тогда и скомбеним, что ли. Лекарства. Плохо, что у нас нету снотворного, и мы не можем сотворить дротик. Так, ну давайте вот так вот. Может быть, это если с дротиками смешать, что-то получится потом. Может, сейчас снотворное дадут. О, усыпляет с первого раза, усыпляет долго. Отлично. Сразу нам дали какой мощный, а? Дротик. Б плюс. Так, а если его... Ой! Что я сделал? Взял, использовал. Вот, блин. Так, смешиваем с этим дротиком. Во. Во. Это уже лучше. Б плюс плюс, отлично. Так, оживления у нас нету, да? Ну, в общем, если вот теперь эти дротики смешать с оживлением, у нас будет еще один ядовитый дротик. Отлично. Так, что у нас тут? Пока мы в дверку не пойдем, давайте посмотрим, что у нас тут еще. Эти панели показывают, записывают рабочие условия симуляции. Ну, в общем, тут такая оборудованная лаборатория, мощная у Кирка. А, о, смотрите-ка. Можно полочку подвинуть. Так, ух ты, апгрейд очередной. Присоединив его, сокращается время перезарядки. Это у нас для нашего дробаша. И теперь он у нас с прикладом. Отлично. Отлично. Такой теперь дробаш прям такой полицейский. Так, ага, вот у нас тут какой-то компьютер. Личный терминал доктора Кирка. Он использовался для анализа данных и также может открыть запасной люк. Хм. Интересно, вот откуда они все так знают? Запасной люк для эвакуации сейчас он закрыт на несколько электронных замков. К
чему не подойдет, все знает Регинка. Компьютерами умеет управлять, да? Вот нам бы так. Какая-то сверхсложная техника, суперсовременная. А, все нормально. Все знают, куда тыкать, чего. Его здесь нет. Почему? Операция и так слишком затянулась. Внимание! Работает аварийная система. Включена экстренная блокировка. Что происходит? Нет, должно быть, Дирк включил систему безопасности. Идиот! Что у вас там, Регина? У меня на экране сообщение, что в вашей зоне экстренная блокировка. Мы здесь в ловушке. Похоже, дело рук Кирка. Мы ничего не трогали. Попробуйте что-нибудь сделать. Посмотрим, что у меня... получится. Что не так с этой штукой? Успокойся, Гейл, как-нибудь выпутаемся. Так, вот видите, про хвост доктор Кирк, что он тут замутил. Систему безопасности включил. Болтами намертво прикручены. Сейчас нам как раз понадобится отверточка. Сейчас мы тут отвернем вот эту вот, открутить болты. Так, использовать панель цепи, да? Ага, и тут у нас головоломка очередная. Надо собрать вот эти вот панели. Так, ну вы гляньте, блин, какие тут системы безопасности. Вот представляете, случилась у вас какая-то беда, да? И вам вот быстро-быстро-быстро надо что-то сделать, нажать, но вам приходится тут решать такую головоломку, чтобы отключить эту систему. Так. Нет. Не оно. Так. Так. Блин, постоянно у меня проблемы с пространственным каким-то... В общем, на черчении у меня всегда были проблемы, чтобы в объеме представить деталь. И... И сейчас, походу, то же самое. Так. Ничего не пойму. Так, нет, не она, по-моему. Так. Каким макаром тебя сюда вставить? Вот так, наверное, да? О! Эти? Нет. Не так. Так, блин, а как же? Так, тебя повернуть. О, вот так можно. Ой, да блин. Отвали. О! Отлично! Внимание, экстренная блокировка отложена. Зона будет заблокирована через 10 минут. Нам лучше убираться. Мы сняли блокировку и сейчас на пути к выходу. Но весь подземный уровень кишит динозаврами, вам никак не пройти. Не паникуй, я их по одному перебью, если понадобится. Отличный план, командир, но у меня есть получше. В личной комнате доктора есть люк аварийного выхода. Думаю, вам проще направиться туда. Ты уверен? Угу, но есть проблема. Люк защищен паролем, хранящимся в основной системе. Забудь об этом. Если ты не успеешь взломать код, нас сожрут динозавры. Знаю, просто тебе нужно доверять мне. А я не доверяю. Отлично. А ты, Регина? Так, ну вот опять эти терки. Сложная ситуация внутри нашей группы, конечно. Раздрай, раскол. Так, ну мы опять выберем стратегию Рика. Рик, видите сами, он гораздо более адекватный мужик. Так, и нам надо теперь тогда снова
сохраняться не будем. Снова кабинет доктора Кирка. Так. У нас тут секретный замок. Ой, все на секретных замках. Все постоянно надо хакером быть, чтобы все это взламывать. Я взломал основную систему. Хорошая работа. Пустяки. Но это только начало. А что заикаешься? Код, отпирающий люк, время от времени автоматически заменяется. У меня есть код, но у нас только две попытки на то, чтобы его ввести. Поэтому постарайся избежать ошибок. Я сделаю так, что система выведет отпирающие коды. Их обязательно нужно ввести в точности, как на экране. Вперед! Так, вот эта система достаточно сложная. Я сейчас прямо на листочек записываю и вам советую. Если вы проходите, то, ну, как я говорил уже, нужно при себе всегда иметь листочек и ручку, дабы это все записывать. Так, F, F, E, C, F. И в чем фишка, что они, ну, как Рик сказал, это правда, да, что они каждый раз меняются. То есть даже, ну, смотря, например, мое прохождение, вы не сможете воспользоваться именно этими кодами, потому что они в вашем прохождении, например, будут другими. Так, B, E, F, E, E, опять E. Так, надеюсь, без ошибок. Б, Е, Ф, три раза Е и Б. Еще музычка такая нагнетает прям атмосферу. Ну это, можно сказать, первый такой достаточно экшоновый момент. Так, Б. Видите, как тут уже а. Прям пытаются нас запудрить на мозги. Б, Д, С, Б. Так, сложнее было. Где тут Б, С, А, F, B, D, C, B. Вроде все ввел. Вроде все правильно должно быть. Надеюсь, не ошибся, когда записывал. Ха-ха, да, есть. Отлично, взломали систему. Спасибо, Рик. Все, валим отсюда, как сказал Рик. Надо валить. Постой. Доктор Кирк, мы пришли на помощь. Мы представляем правительство вашей страны. Моей страны? Я тронут. И что агенты правительства хотят от меня? Заткнись. Идем с нами, иначе мне придется тащить тебя. Если верить правительству, то я официально мертв, верно? Ты нарываешься на драку? Я с удовольствием тебе ее обеспечу. Расслабься, агент. Мои исследования подходят к завершающей фазе. Чудесно, не так ли? Но я не могу уйти до того, как проанализирую окончательные результаты. Твои результаты яйца выеденного не стоят. Я забираю тебя по приказу, так что заткнись и иди за мной. Регина, найди комнату связи и вызови вертолет для эвакуации. Вы не можете этого сделать, у меня есть права. Наше командование считает тебя правительственной собственностью, приятель. Привыкай. Они не могут этого со мной сделать. 3 года назад они бросили меня здесь, а теперь требуют назад. Это абсурд. Заткнись. Ну, застрели меня.
идиот, тупоголовый болван! Заткнись! Где комната связи? На лифте вверх от комнаты управления. Чтобы воспользоваться лифтом, нужна карточка. Я знаю, что у тебя есть такая. Давай ее сюда. Ну ладно. Что ж, договорились. Встретимся на вертолетной площадке. Эй, постой, куда ты идешь? У меня есть одно дельце, которое нужно закончить. Этого парня я оставлю с Риком. Пошли. Незаконченное дело? Короче, мутный какой-то тип этот Гейл. Но тут, конечно, он нам помог. Ну, то, что он такой вышибало чисто. Вышиб вот информацию из доктора Кирка. Кирк, конечно, тоже персонаж еще тот. Натворил тут кучу делов, но ему плевать то, что тут кругом динозавры, ему надо эксперимент, понимаешь ли, закончить. Ой. Тут нормальные-то люди вообще есть. А, вот это да. Вот это да. Ух! Ух! Как он шибанул. Так, ага. Блин, умные твари. Так, едем наверх. Сейчас нам надо, как вы видели, в комнату исследований. Точнее, в комнату управления, где Рик сидел постоянно. Так, у нас пушки нету. Берем наше ружьишко прокачанное и валим отсюда. Так, нам надо, вскоре надо будет, кстати, все ядовитые дротики желательно с собой взять. Ну, все не все, но несколько штучек. Ну ладно, сейчас мы сначала съездим на лифте. Так, ох, тут диники. Вот в этом коридоре постоянно спавнятся динозавры. Так. Сохраниться желательно сейчас бы. Да, надо сохраниться. Все-таки. Сейчас такие напряженные моменты будут. Следующие несколько минут, поэтому... Лучше сохраниться. Так, бежим, 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 бежим. Короче, Регина, она пока что вообще самый адекватный тут человек. Ну, Рик еще тоже. Так, вот, вот он лифт. И используй ID-карту, да? Нажмете. Ну, конечно. Раз я залез в лифт, то я нажму на кнопку. Так, надеюсь, что здесь денег не будет. Комната коммуникации. Здесь штепсель будет, нет? А, шлаг-патроны, отлично. Прям отлично. Так, у меня и штепселей-то нету, да? Чтобы открыть вот этот вот красный... Яшечек. Угу. Так, а сколько тут надо их? О, один, походу. Так, 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 так. Что у нас тут? Что мы имеем? Электрическое поле нестабильно. Возможно, антенна является источником проблемы. Ага. Не получается запустить радиостанцию. Здесь есть записка. Антенна будет временно выключена сегодня в 21.00 из-за эксперимента. Ага. Антенну выключили, значит. А, список частот, соответствующих разным конечным точкам коммуникации. Я, кстати, когда проходил игру перед вот этим прохождением, ну так, пробегал ее, я, оказывается, понял, что...
коробке есть надпись «Ключ активации антенны в случае появления опасности». Ага. Во. Ключ включения в форме карты. Отлично. Что я вторую половину игры вообще не помню уже. То есть, ну, правильно, я когда последний раз играл. И прям я там достаточно много тупил. Где-то с середины начиная. О, дверь открыта. Давайте здесь, наверное, сохранимся. Потому что сейчас там достаточно непростой момент нас впереди ждет. На самом деле. Такой. Нежданный, негаданный. Забыл я что-то, что здесь можно засейваться. Ладно. Так, вот у нас тут зона коммуникации. Помните, мы тут были. Эта дверь была закрыта у нас как раз. И сейчас мы ключиком воспользуемся, дабы антенку-то настроить. Так, где у нас тут щель для внедрения ключа антенны? Emergency. Аварийно. Ключ активации встален. Подготовка к включению антенны завершена. Ага. Тыркает все, сама все во всем разбирается. Ну, молодец, огонь, баба. Все знает. Прям как это, в пословице, да? Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Так. Шлак, патроны заряжены. Нет, дротики нам сейчас абсолютно никак не помогут. Так, ну что же, идем. Как я сказал, у нас сейчас тут старый знакомый появится. Регина, что случилось? Аварийный замок на третьем этаже. Я сейчас чуточку занята. Сделай что-нибудь. Какая она вежливая все-таки. Тут такая махина. Но я сейчас чуточку занята. Да ё-моё. Ох. Вот это да. И все хотят убить Регинку. Все просто хотят ее уничтожить. Регина, ты меня слышишь? Наконец-то связь. Сигнал очень слабый. Доложи обстановку. Я дам сокращенную версию. Задание выполнено. К черту первоначальные планы. Подбери нас на вертолетной площадке. Вертолетной площадке? На острове была кровавая баня. Единственный, кто выжил, доктор. Подробности потом. А сейчас возвращайся и забери нас как можно скорее. Понял, жди. Так, ну вот мы дали такое вот краткое сообщение. Регина, как обстановка? Вертолет уже вылетел сюда. Отлично, не теряй ни минуты. И запомни, выходи к вертолетной площадке через главный выход. Ну окей. Выйдем через главный, значит, выход. Так. И нам надо по пути... По пути нам надо... Собрать... Плохо, что у нас тут, конечно, штепселей нету. Не хватает. Ладно, спускаемся снова в комнату коммуникации, наверное, да.